В администрации городского округа Люберцы прошло заседание Совета депутатов. Народные избранники приняли в первом чтении проект бюджета на 2023 год. В повестке были и другие важные вопросы. Подробности в материале моих коллег. 15 миллиардов 588 миллионов рублей. Такой объем доходов бюджета прогнозируется на 2023 год. Что касается расходной части, то она составит 16 миллиардов 422 миллиона рублей. Как и в предыдущие годы, ее направят на реализацию 17 муниципальных программ. Основная сумма финансирования по каждой программе, она не меньше уровня, где-то больше уровня текущего года. И самое главное, то, что средства, необходимые для текущего финансирования наших бюджетных учреждений подведомственных, социальной и несоциальной сферы, обеспечивают жизнедеятельность городского округа, содержание муниципальных объектов, зарплата подведомственных учреждений, все социальные обязательства нашего уровня, они заложены в необходимом нормативном объеме. Из бюджета городского округа выделены средства на благоустройство придомовых территорий, парков «Лесная пушка» и «Наташинские пруды». В 2023 году пройдет реконструкция ВЗУ и стадиона «Торпеда». Намечено строительство 4 детских садов, а также капремонт 2 учреждений образования. Если нет других предложений, тогда есть предложение публичное слушание принять за основу и провести публичное слушание 25 ноября в 11:00 в зале заседания. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Народные избранники поддержали это предложение единогласно. Также они приняли в собственность городского округа Люберцы нежилое помещение на улице Кирова. Всего депутаты рассмотрели 14 вопросов. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.